Проект начинаю по строительству небольшой гусеничной платформы. Всем здрасте! В этой серии будем собирать скребок на мой танчик. Буду играть, точнее говоря, в конструктор «Собери сам», который спроектировал сам. Вот детальки. Еду с лазерной резки. Посмотрим, что получится. Ребята, прежде чем начать, у нас конкурс. Условия участия в конкурсе крайне простые. Необходимо подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий. И где-то через неделю я через рандомайзер прогоню ваши комментарии, выберу двух победителей. Они получат вот такие замечательные мультитулы. Я напишу им свою почту резервную, куда они напишут свои данные для отправки этих мультитулов к победителям. И, ребята, самое главное, помните, участвуя в этом конкурсе, вы мне помогаете. Так что погнали! Наконец-то настроили электронику по управлению ковшом, скребком. Сейчас потестим. We'll be right back.
Ну что, ребята, у нас получилась такая интересная гусеничная платформа. Слава богу, успел застать хотя бы один хороший выпавший снег. Шагомером померив вот эту площадку, получилось около 300 квадратных метров. По времени ушло минут 15 на ее уборку. На этот зимний сезон у нас танчик, можно сказать, завершен. Что его ждет на следующий зимний сезон? Это небольшие такие тюнинги и апгрейды. Рычаги будут разнесены по бокам, чтобы увеличить жесткость ковша. Ковш будет ширше и иметь возможность именно подъема снега, потому что видно, что мощности у танка хватает, чтобы работать с большим объемом снега. Также линейные привода электрические, они будут заменены на гидравлические или пневматические, смотря что найду подешевле и покомпактнее. И батарейка будет больше емкости, ну, чтобы всегда были хорошие токи у этого парня. Еще раз слова благодарности студентам Алексею и Константину, которые помогали мне строить этот проект, а также главному спонсору этого проекта, это Роман из города Ставрополь, человек, который купил у меня предыдущий проект, это электромотоцикл Вазар Акума. Роман, большое тебе спасибо, благодаря тебе появилась финансовая возможность реализовать новый проект, новую идею. Что дальше у нас? Дальше у нас лето, это электровелосипеды и электромотоциклы. Ребята, вам спасибо за просмотр, подписываемся, участвуем в конкурсе. До скорых встреч, пока-пока!